Отлично, спасибо. Да, на самом деле, как раз продолжу тему по тем вопросам, которые Артем обозначил, наверное. Представлюсь еще раз. Меня зовут Кирилл Чувилин. Я работаю в компании «Открытая мобильная платформа», которая разрабатывает OS Aurora. И немножко о том, про что сегодня буду говорить. Это кратко о предпосылках, почему мы этим занялись. Потом поговорю про технологии Qt-Qt-Quick буквально кратенько, что там происходит. Дальше как раз там, наверное, основная посылка этого доклада, что там мы для школьников можем предложить. И, ну и потом бонус, если останется время, про него порасскажу. Про предпосылки, да, то есть кратко про Аврору, да, подробно рассказывать не буду, у нас здесь есть стенд, если интересно, подойдите, расскажем все, что нужно. Аврора — это POSIX совместимый дистрибутив Linux для мобильных устройств, и в которой Qt — это основной фреймворк как для самой операционной системы с точки зрения прикладного ее интерфейса, так и с точки зрения разработки прикладных приложений. Поэтому, конечно, для нас развитие Qt и развитие компетенции по Qt, оно критично важно и критично интересно. И в 2021 году, вот ровно с этой сцены, я рассказывал, как мы обучаем студентов, как мы обучаем профессиональных разработчиков разработки на Qt. Вот здесь вот есть QR-код, можно по нему перейти по ссылочке, там на 0x1TV будет запись доклада. В этом же году Артем рассказывал про то, как он использует Qt для обучения школьников алгоритмическому программированию. И на самом деле вот в этот момент появилась там первая мысль о том, а знаете, наверное, школьникам это тоже все-таки заходит. Только немножко с другой стороны. Вот Артем рассказывал им с точки зрения C++, а у нас очень активно используется Qt-Quick и язык QML. И у него довольно низкий порог хождения, и хотелось посмотреть, а насколько в целом школьникам это можно рассказывать. Довольно сильно ситуация изменилась в 2022 году, когда к нам из ряда учебных учреждений среднего образования поступили вопросы, а есть ли у нас какие-то материалы для обучения школьников разработки под Аврору. То есть вот буквально из школ, и вот в том числе Алексей рассказывал про движение кружковое. С ними мы посеминарили в октябре 2022 года. Программы, которые там получились как результаты семинара, про них Алексей подробнее рассказал. Но да, оказывается, школьников, наверное, можно, и нам, наверное, интересно учить разработке под Qt. И дальше я как раз расскажу про те технологии, которые в Qt используются, и там, про что в итоге можно школьникам рассказывать. Ну, совсем кратко про Qt, да? Вопрос. А кто с Qt не знаком? Если так вдруг. Ну вот, мало ли, занесло. Рассказываю тогда, кратенько. Да? То есть Qt — это кроссплатформенный инструмент разработки. Он используется буквально вот во всех операционных системах, которые вы, наверное, знаете. Для десктопов, для мобильных, ну и там для встраиваемых систем тоже. Что важно? Вот как раз разговор о лицензиях. То, что Qt можно отлично использовать как для свободного ПО, так и для проприетарного ПО. Лицензии позволяют это делать, в том числе LGPL-лицензия, по которой Qt распространяется независимо от Qt Company. Ну вот здесь вот ряд иконок. Я надеюсь, ну, что по крайней мере половину из них каждый должен узнать. Там, при правильном подходе все. Qt API, да, то есть что вообще Qt предоставляет? Он предоставляет обширный API, который позволяет делать полноценные приложения. Есть API кросс-платформенный, который активно используется везде, на каждой платформе, на десктопах и на мобильниках. В нашем случае более интересен в том числе мобильный API, который позволяет работать с датчиками, с геопозицией. Это все есть, этим всем можно пользоваться. Ну и вот про технологию Qt Quick, да, то есть изначально Qt — это фреймворк, который основан на C++. Но в какой-то момент появилась такая надстройка, один из модулей Qt, который потом очень активно развился, называется Qt Quick, который позволяет писать декларативно описывать интерфейс приложения с помощью языка QML. Чем это ценно? Тем, что, с одной стороны, этот язык, он обладает очень низким порогом входа. Я покажу примеры кода, вы увидите, что его можно читать, даже не зная его до этого. С другой стороны, он позволяет писать полноценное приложение, потому что он очень легко интегрируется с плюсовой частью. Ну и более того, есть готовые там комплекты элементов UI для различных платформ, для десктопов, для мобильных платформ, вот взять там тоже Kirigami. В случае Aurora используется Silica, поэтому можно делать приложения, которые выглядят нативно и обладают очень богатой функциональностью. Ну вот вообще тут кратенько, да, там из чего строятся элементы в QML для технологии Qt Quick. Ну, здесь все достаточно понятно. Это свойства, с которыми можно работать, их можно читать, можно задавать. Есть методы, которые можно вызывать. И сюда же перенесена одна из парадигм Qt из плюсов. Это сигналы и слоты. Соответственно, сигнал можно испускать, подписываться на них и что-то делать, когда какой-то сигнал происходит. Ну, вот здесь вот пример. На самом деле, это практически полноценный пример страницы приложения. То есть вот можно увидеть, что импортируются модули. Модуль Qt Quick, стандартный модуль, который предоставляет Qt. Модуль Silica, который позволяет использовать стандартные компоненты для Авроры. И вот есть страничка, в нее вложен столбец, в столбце есть заголовок страницы, метка. И если вы обратите внимание, даже не зная
семантики, синтаксиса QML, вы, прочитав этот код, отлично поймете, что здесь происходит. Ну, там немножко другие примеры, да, с чем еще можно работать из базового. Можно работать с текстом, в том числе предусмотрен рендеринг текста с тегами. Можно работать с картинками, есть разные трансформации картинок, но это все базовые элементы. Немножко там из интерактива, да, есть mouse-серия, которая позволяет взаимодействовать с пользователем, то есть либо с мышкой, если мы работаем за десктопом, либо с сенсорным экраном, если мы работаем с мобильным устройством. Ну, немножко посложнее вещь, да, есть такое понятие модели представления, и вот код, который парсит XML-файл с помощью модельки. То есть он очень просто устроен, здесь передается модель, это тоже стандартная вещь, которая есть в предоставляемых модулях Qt для Qtquick, и с помощью ListView отображается, что там напарсилось из XML. Можно делать много-много всего более сложного, вот, например, проигрывать мультимедиа, да, вот пример проигрывателя аудио. Передает ссылка на аудиофайл, есть кнопочки для управления воспроизведением и слайдер, который позволяет прокручивать. По сути, вот практически весь код, ну тут за исключением некоторого бойлерплейта, который там просто его вставляет в страницу. Вот полноценный проигрыватель аудио. Вот такой, как мини-резюме по технологии. Да? То есть, с одной стороны, Qt предлагает API, который позволяет вот писать приложение, которое делает все, что угодно. С другой стороны, его модуль Qtquick, он предоставляет низкий порог входа, в том числе доступный для школьников. Что еще из интересного? Из интересного то, что у нас был хороший положительный опыт обучения студентов, ну и мы увидели в этом году, в прошлом уже году, запрос на обучение школьников. Ну вот давайте дальше двинемся к тому, а чему же школьников можно учить в контексте Qtquick. Ну вот здесь вот четыре таких раздела, на которые мы разбили, на самом деле, обширный материал по Qtquick, по сути, почти все охватывающий. Да? Четыре раздела, как разбивали, ну, примерно одинаковые по нагрузке. Я там чуть позже покажу, какая нагрузка у нас получилась. Ну, немножко подробнее про то, какие разделы есть. Да? То есть самый первый раздел, он, по сути, вводный. Но, с одной стороны, так, то есть он знакомит с инструментами, знакомит с синтаксисом. С другой стороны, он на выходе позволяет писать уже такие приложения, которые работают, они интерактивные, можно писать простенькие игры. То есть, ну, например, там, не знаю, в принципе, того же Марио можно было бы уже написать, зная это. Следующий модуль — это про то, что Qtquick предлагает посложнее. Это на самом деле то, что используется на практике довольно активно, но и то, с чем полезно ознакомиться, но для этого база нужна, которая в предыдущем модуле была. На выходе здесь можно уже делать более сложные вещи. Одно из важных — это понимание того, как работают представления модели. Там, в любом приложении, с которым мы сталкиваемся на практике, такие концепции используются, поэтому это очень важная вещь, с которой надо ознакомиться. Также понимание концепции библиотек как подключаемых файлов, которые реализуют, например, уже готовую логику для каких-то задач. Следующий модуль, ну, его можно назвать с одной стороны опциональным, с другой стороны, как мы видим, он полезен. Это использование компонентов готовых, которые предлагают операционные системы для построения UI-приложения. Каждая операционная система, она на самом деле предлагает не только компоненты, она предлагает свою логику, как реализуется навигация в приложениях. Stack, TabView, вот это вот все. Ну и, конечно, компоненты. На выходе какие компетенции добавляются? Ну, появляется возможность писать на самом деле богатые приложения. То есть и появляется видимость, не видимость, появляется понимание того, что вам операционная система предлагает уже готовые компоненты для решения задач там, вот текста. Это есть уже в операционных системах, это можно переиспользовать. А навигация между приложениями, вот эти вот все TabView и StackView, про которые я проговорил, все это есть. И последний модуль, он с одной стороны может оказаться самым сложным с точки зрения бэкграунда, который здесь с одной стороны нужен, с другой стороны формируется. С другой стороны, тут очень просто использовать готовые компоненты. Этот модуль, который позволяет использовать какие-то системные функции. Да? То есть это и работа с файлами, и работа с мультимедиа, вот как я показывал, проигрыватель аудио. Это и взаимодействие с датчиками устройств, и с геолокацией, отрисовка карт. Вот это вот все здесь. Ну, что можно делать после того, как этот модуль закончен? На самом деле писать полнофункциональное приложение. То есть вот брать и делать. Про нагрузку, да, про которую я говорил, некоторые расчеты — это расчеты, ну, назовем их минимальной оценкой. То есть то, что вот понадобится хоть сколько-то качественное изучение каждого модуля. Ну, как я и обещал, они одинаковые по нагрузке у нас получились, по 36 академ-часов. Ну, суммарно 144 академ-часа. Это выглядит как минимальная необходимая нагрузка для того, чтобы с этим... Ну, на самом деле неплохо, но освоится. Вот, и бонусный модуль, как я вижу, тут время на это хватит. А что же делать, если вдруг возможности Qtquick не хватило? Да? Ну, так бывает, Qtquick, в конце концов, это модуль Qt, в него проброшено не все. Некоторых
API там нет, которые доступны на C++. В конце концов, вы, когда программируете на C++, вы привыкли использовать какие-то готовые библиотеки, которые решают задачи, нужные для вас. Ну, тот же OpenCV, да? Вот этого в Qt Quick нет по умолчанию. Но это туда можно добавить. Как это туда добавить? Да потому что есть хорошая интеграция с C++. Ну, вот здесь вот табличка, которая описывает, какие модули в Qt есть. То есть то, что можно использовать с помощью Qt, уже готовое. А что же делать, когда вот хочется что-то пробросить в Qt Quick? Ну, на самом деле, смотрите, что такое Qt? Еще раз, да, это в некотором смысле расширение языка C++. Он добавляет с помощью метаобъектного компилятора несколько конструкций, вот сигналы, слоты. Ну, вот здесь вот слева показан класс на плюсах, справа класс, который наследуется от Qobject и как раз обладает этими дополнительными свойствами. Можно, да, сейчас тавтология будет, можно свойства добавлять, можно сигналы, слоты объявлять. Вот, но на самом деле, ну, как бы, вот с помощью такой конструкции можно делать простые вещи. Можно пробрасывать свойства, да, то есть у вас появится уже объект в QML, который можно использовать, но он обладает свойствами, которые можно задавать, можно изменять, можно получать, и методами, которые можно вызывать. Ну, вот здесь как раз показано, как это делается, то есть нужно зарегистрировать тип, это делается на плюсовой части, после этого этот тип можно использовать в QML. Ну, довольно просто все делается. Но, конечно, такой функциональности не всегда хватает. Иногда нужно делать что-то более интересное, ну, в том числе делать визуальные элементы. Да? То есть когда у вас элемент что-то делает. Ну, например, у вас есть что-то реализовано на OpenGL, и вам нужно как-то это отобразить в QML. Это тоже можно сделать. Для этого нужно унаследоваться от Qt Quick Item и реализовать метод updatePaintNode. Он использует QSG, QtScenGraph. Ну и дальше вы там создаете сцену для OpenGL, на которой все отрисовываете. Нужно делать вещи, которые не визуальные, но которые тоже очень востребованы. Например, если вы работаете с базой данных. Наверное, вам в QML, хотя там можно работать с базой данных непосредственно, наверное, это делать не очень удобно. Удобно, когда есть интерфейс, который просто позволяет получать определенные данные, задавать определенные данные. Вот какой-то более простой интерфейс. В этом случае можно реализовать собственную модель, которая инкапсулирует в себе работу с базой данных, или с REST API, или еще с чем-то. Для этого нужно просто унаследоваться от класса QuantaClassModel, реализовать свой вот эти вот методы, и после этого у вас в QML появляется удобный объект, который позволяет работать с каким-то хранилищем данных, ну, по-другому с моделью. И важный вопрос, а где же все эти модули брать? Кто их будет писать? Да? Ну, первое, что важно, то, что в операционных системах такие модули есть. Если говорить об Aurora, есть ряд готовых QML компонентов, которые позволяют, например, распознавать QR-коды, да, которые позволяют позволяют работать с скрипт-контейнерами, которые, ну, на самом деле, позволяют решать еще ряд задач, которые оказываются востребованы в нашем случае. На других операционных системах тоже есть похожие модули. Кто еще может эти модули предоставлять? Да, ну, конечно, студенты, которые прошли там курс обучения по Qt, про который я рассказывал в другом своей презентации, на которую была ссылка, у которых это, например, выполняется в виде практики. Или которые пишут дипломы. К нам тоже иногда приходят, например, там, из НГУ нам обращались, Нижегородского университета, с вопросом, а вот мы тут пишем кое-что под Аврору в качестве диплома. Откуда еще? Из сообщества. На самом деле, если мы говорим об открытых проектах, если они используют Qt Quick, то зачастую как раз в них реализуются какие-то собственные модули, которые уже в Qt Quick вызываются со стороны QML. То есть это либо практика для просто для того, чтобы ознакомиться с open source, либо части готовых проектов, либо примеры приложений. Ну вот в частности, то, что я рассказал в прошлом году отсюда, как мы пишем приложения для примеры приложений и распространяем для OS Aurora. Ну вот здесь вот ссылка, это QR-код, который этой ссылке соответствует. Там тоже есть набор готовых модулей, которые можно свободно переиспользовать. Ну и я, наверное, здесь буду заканчивать. Здесь несколько ссылок. Презентация будет доступна, ссылки кликабельны. Но я предлагаю пойти немножко другим путем. Вот буквально для этой чатик в Телеграме, куда выложил уже все слайды. Присоединяйтесь, можем обсудить вопросы образования. Да, сейчас я закончу. Вот еще раз, вот тут вот у нас стендик, где можем во время кофебрика обсудить какие-то вопросы, которые еще появятся. Но на этом, наверное, все, и дальше уже готов отвечать на вопросы. Да. Спасибо. Замечательно, спасибо большое. Работает, да, микрофон? У меня сразу вопрос такой. У нас вот методика обучения и вот эти вот модули по обучению, это просто замечательно все. Но почему популярен Паскаль? Потому что у него есть русская документация. Документацию Qt, надо сказать, она одна из самых лучших, но она вся на английском. И, может быть, кто-нибудь помнит, как я привозил сюда школьника, который рассказывал о русификации даже аналога Scratch, Snap. То есть это тоже потребность большая. Недостаточно просто вот какой-то методики обучения, недостаточно
обучение вот этих вот модулей обучения на русском языке. Если школьник хочет дальше продолжать это изучать, ему нужна документация. Документацию английскую читают мало, если это мы на школьников обращаем внимание. Про студентов, понятное дело, это никто не говорит. А вот именно по школьникам, есть ли какая-то работа, вопрос, соответственно, есть ли какая-то работа по русификации документации или написанию документации для QML, для QT, для, ну, вот для того, чтобы, раз уж мы локализуем, то хотя бы, чтобы это была, не знаю, контекстный help тоже русифицировать. Вот, например, Паскаль, я опять же говорю, что Паскаль русифицирован, он до сих пор в школе популярен. И именно по этой причине. Это одна из глобальных, так сказать, причин, потому что можно школьнику самостоятельно изучить прямо по хелпу некоторые команды. Артем, спасибо за вопрос. Мне тяжело сравнить с Паскалем, потому что лет 20 назад я с ним последний раз что-то делал. Вот. Наверное, двояко отвечу на вопрос. С одной стороны, что делаем мы? Да? То есть мы, ну, у нас, в частности, у моего отдела одна из важных активностей — это создание документации для разработчиков. Мы ее пишем на русском языке. В том числе часть документации покрывает общие кейсы, ну, например, реализация модели на плюсах для QML. Сейчас у нас нет цели перевести всю документацию по OQT на русский язык, потому что у нас есть много более приоритетных задач, связанных со специфическими функциями Авроры, которые нужно задокументировать. То есть по Авроре, на самом деле, там ситуация, наверное, получше, чем по ряду других, но, тем не менее, общую документацию на Qt мы не покрываем. Да, она на английском. Был, если помнишь, проект перевода документации Qt-шной на русский язык, но для четвертой версии. Вот, для пятой. Ну, я таких активностей не знаю. С другой стороны, как мне кажется, я могу ошибаться, но, как мне кажется, не столько цена документации, сколько цена возможность где-то задать вопрос и получить ответ. Вот, быть может, лучше в этом направлении двигаться. Ну, вопрос-ответ — это тоже очень хорошо, но вот именно документация, когда ученик сам изучает, нажимает кнопку F1 на каком-нибудь, ну вот он написал программу, и вот ему непонятно вот это слово. Он F1 нажимает, получает документацию и читает ее. Даже если она на английском, уже хорошо, а на русском, это вот считайте, что все, внедрение в школу прошло. Может быть, сосредоточиться на каком-то, ну вот у вас есть модули по обучению, вот конкретно на этих модулях по обучению что-нибудь документировать на русском языке, выбрать не всю документацию Qt, а вот конкретно локальное для школы что-то. Спасибо большое, Кирилл. Да, принял, спасибо. С вашего позволения, правильно я понял, ну не так, дайте я задам вопрос. Да, вот я, допустим, хочу запустить такой же курс, про который вы говорили, по QtQuick и QML. Что я должен сделать, какие мои шаги? На данный момент самые правильные шаги — это с Алексеем связаться. Да, то есть вот наши активности, которые сейчас в рамках школьного образования происходят, это то, что в первую очередь рассказал Алексей до меня. Ага. Вот, альтернативный вариант — это… Нет, не обязательно школьного. Не обязательно школьного. Окей, у нас, если говорить о вузах, с вузами проще, потому что с вузами мы работаем уже несколько лет, и это то, о чем я как раз тут 2 года назад рассказывал. Есть готовые наборы материалов, то есть начиная с слайдов, комментариев к слайдам, заданий, решений заданий. Где они есть? Сейчас расскажу. Вот. И программ, которые там по требованиям вузов делаются, вот это вот все как сопровождающая документация, да? По запросу готов передать. А, то есть их нету. Спасибо. Они есть. Нет. Они есть. По запросу? Нет. Если есть что-то по запросу есть что угодно. Где они опубликованы? Окей, есть. Вернусь назад, да? Ага. Значит, курс на. Ну, это не курс, да, вот ссылка на степик, которая ведет, она ведет на профиль организации. На степике там 2 курса доступны. Один курс — это просто записи наших вебинаров, другой курс по разработке под Аврору. Вот курс по разработке под Аврору — это та часть университетского курса, который у нас есть, который охватывает только Аврору. Ну, там очень много общеприменительных модулей, но он просто на степике то, что выложено, оно под Аврору ориентировано. Понятно. Это то есть степик может. Я не могу это сделать, а степик это сделать может. Спасибо, степик. От степика спасибо вам. От меня пока вопрос, где я могу найти материалы. Будут. То есть пока да, мы просто вузы отдаем. Когда вы говорили про модули, это были модули для QT, а не для образования. Понятно. Я, кстати, знаю, где доступны модули публично. Они доступны на KS-MIP.ru, потому что там курс читается, и там они выкладываются. Годится? Что, простите? KS.MIP.ru — это сайт МФТИ по… Ну, я передаю микрофон кому-нибудь еще, а сам пошел гуглить. Да, спасибо. Okay. Так, Кирилл, какой вопрос? В свое время у меня был небольшой опыт как бы выкладывание приложений под Android, ну, QT-шных, обратил внимание, что достаточно все это тяжеловесно. Как сейчас обстоят дела? Тяжеловесно что? Ну, как бы готовый АПК, там, он достаточно большой получался. Под Android все достаточно большое, нет? Да, ну, как бы, под Аврору все проще. Да, то есть, в Авроре, смотрите, в Авроре Qt он доступен из коробки, поэтому вам не нужно выкладывать с собой все необходимые части Qt, которые вам потребуются, вам нужно только выложить часть, соответствующую вашему модулю.
Ясно, спасибо. Кирилл, а вот такой вопрос. У вас там говорится низкий порог входа для учеников, но подразумевается, на ваших курсах все-таки учителя должны помогать ученикам, или это для самообучения учеников? Если для того, чтобы учителя помогали, то есть тогда низкий вход должен быть для учителей кого? Информатики, скорее всего, да, я так понимаю? Но вот если, допустим, я представляю, вы приходите в школу и говорите, ой, слушай, классная вот рулька, давайте, берите. Они говорят, ну а она как это, с ЕГЭ как-то связано это? И вопрос повисает в воздухе. Информатики говорят, ну я знаю Питон, допустим, я знаю тот же Паскаль, да. А еще мне что-то изучать. Они будут, ну хорошо, есть какие-то продвижники, которые, может быть, согласятся. Но, к сожалению, чтобы корабль полетел, их должно быть много. И вот в связи с этим, у вас очень хорошо там было написано про проектную... Или у Алексея, ну не важно, про проекты, да, было написано. У меня вопрос, а вот вообще модуль связи с устройствами у вас как-то рассматривается, чтобы не просто графический интерфейс там на телефоне написать, а чтобы устройство заработало, поехало, пожужжало, поморгало? Так, отвечаю на вопрос. Вот. К сожалению, вот у меня в слайдах схемы нету, которую Алексей показывал, но там, если в схеме посмотреть, там есть модуль, который отвечает за схемотехнику и IoT, вот мне кажется, что вот эти устройства это там. Вот. Но там те курсы, которые мы сейчас стартуем, они пока это не покрывают. Но в общей схеме это есть. По этим курсам, а в качестве учебных материалов слайды про QML на английском. Все. В RUT разрешен должен быть доступ. Я не знаю, может, Степик просто просит авторизоваться у них. Вот, все работает, говорят. Коллеги, давайте на кофе-брейке продолжим. Он у нас как раз сейчас начнется. И в 11:40 будет следующий блок. Ладно, спасибо.